Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале есть реакции, которых нет на ютубе. Если закроют ютуб, ребята, мы в телеграм. И ВКонтакте. И ВКонтакте, ребятки. Ну что, друзья, слушаем клип. Новый клип идет, да, у нас. Скали Милана. Давайте посмотрим, друзья, что он нам приготовил. И Стефан. Стефан, а, вон там, да, Стефан? Damn, are you going crazy on me, man? Ребятки, скажу, что мне нравится. Голос у него хороший, звонкий, хорошо читает он рэп. Ему любой рэп дай, он классно прочитает его, потому что у него есть вот этот вот изюминка в его голосе, умеет читать, да, ребятки, музыка классная, ребят. Клип, что скажу про клип? Клип очень интересный, цветной, ребятки, поднимает настроение, летнее настроение. Девочки раздетые танцуют, ну, у них фигура очень красивая, можно это делать, правильно, ребят? Бывают такие тостозадые, да, что страшное дело, да, такие огромадные на весь экран. А это худенькие девочки, стройненькие. Ну, ничего, тоже деньги надо всем заработать. Они же деньги зарабатывают. Ты что, к полно плохо относишься? А? Нет, бывает не полно, а бывает, ну, огромадные, на весь экран, и вот так, как желе. Это в стиле, девочки... стиле Трэвиса Скотта, да? А, девочки худенькие, нормально, ничего не там не брыкается, не дрожит, как желе, да, ребят? Нормально. Молодые, стройные упруга, девочки. Да, упруга. Да, все упруга, спортивный стиль, и потом они деньги зарабатывают, ребят. Конечно, можно другим способом зарабатывать, ребятки, но они вот почему-то этим решили. Ну, ладно, это молодежь, ребятки, это такое время. Мы ничего изменить не можем, ребят. Скали Милана, мне нравится голос, хорошо, хороший. И еще раз повторюсь, клип цветной. Ну, про его друга скажи что-то. Тоже интересно, красивый мальчик, тоже читает хорошо. Ну, хорошие ребятки они, конечно. Ну, хотелось бы, конечно, ребят, чтобы они немножко другие тексты делали, ребят. Я этот клип, трек слушала, ребятки. Я там уже много сказала, что можно, что нельзя. Кто хочет, ребят, посмотреть тот трек. Я его комментировала уже, ребятки. Это просто клип здесь, ребятки. Ничего не поменялось в моих суждениях о том, о чем я думаю, ребятки. Просто смотрим клип, ребят. Ну что, друзья, поехали. Кто пожаловать в притон, могу принять мой заказ. У меня шлюхи от 5 до полуляма за час. Все мои суки хороши, не нужен макияж. Я намутил сафонную тёлку, и он её продал. Как у я бабла, я тебе буду дочь. Спасибо твоей маме за такую дочь. Ну, ребят, ну вот это уже мне не понравилось. Прям на экран вот это. Ну, немножко надо подальше. Вот это уже прям на экран вот. Ну, не знаю. Это мне не нравится, ребят. Я в начале клипа там они вроде на самую камеру вот так не делали, да. А это прям в камеру встало вот так вот, да? Не понравилось, ребят. Ну, я, знаете, ребят, что скажу? Скали Милана, конечно, зря дрыгается. Вот честно скажу, ребят. Скоро это прикроет, конечно, все равно вот этот разврат такой. Ну, прикроет, ребят. Смотрите правде в глаза. Зря он это делает. Такие нахальные. Пока возможность есть, он делает. Но все равно, ну, все равно, вот сейчас вот посмотрят его, послушают, ну, скажут, он не нужен на эстраде. Он не нужен вот в этом, понимаете, музыкальной индустрии. Не нужен такой. А мне припев понравился. Да, ну... Хожу, пою его даже. Да, да. Нравится. Просто, ну, немножко по-другому надо, ребят. Ну, немножко другой текст надо. Ну, немножко, все равно. Но ведь закроют, что будет делать? Ведь многих закрыли. Закроют, перестанет такой петь, да. И все, другой ну, будет. Ну, а потом, петь. Может, вы не позволят ему выйти вот именно на музыкальную индустрию. Мы же не знаем, что дальше будет. Немножко думай, Скали. Думай о даче, что будет. Понимаешь, ну ты спел песню эту, прослушиваю. Сейчас всех берут за одно место и проверяют. Потому что тебя смотрят молодые на девочки. На всякий случай, кстати, маленькие скажем, мальчики. Что мы осуждаем запрещенные вещества. Мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано. Мы за здоровый образ жизни.
за здоровый текст, ребятки. Ну. Припев, да, музыка классная, да? Ребят, вот он поет, губы сделаны, это сделано, да, это делают девочки, которые постарше, ну, здесь вообще маленькие девочки молодые, у них все свое, естественное, все красиво, тела очень красивые, я ничего не скажу, ребятки. А почему тогда Maybe Baby ты так хейтила, а вот тут не захейтила? Кого? Maybe Baby был клип, ты сильно захейтила их развратные танцы, а здесь, ну, значит, а здесь не захейтила? Значит, у Maybe Baby был очень развратный. Да? А здесь, ребят, ну, я не скажу, что там... Лайтовенько, да? Да. Ну, это молодежь, они развлекаются. Ребят, я не против. Пожалуйста. Я единственное хочу сказать, чтобы Скали Милан немножко текст по-другому делал. Мне жалко его, то, что его могут закрыть, понимаете? Он же старается, он деньги зарабатывает. Надо чуть-чуть получше делать. Ведь сейчас будет разбирать, и все. Потому что такие не нужны уже будут музыкальной индустрии. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.